купили эту, как она, Солану, блядь. Ебать, я на профи сдох, как бомж, блядь. Просто 5% у профа. Появляется двойная лужа под БДД, блядь. Мы уже добиваем босса. Я, блядь, со своей сове, блядь, отпрыгиваю с лужи и вздыхаю просто в полете, блядь. Там подлагивало еще, пиздец. Ну, сдох, как нуб, нахуй, по своей ошибке, блядь. Ты хоть записал, как ты Да, сдох? там записано все, конечно, блядь. Весь мой позор, блядь. Дам пиздец ФПС, нахуй. Канины, короче, нету, пошли ебашим моба первого. Че, охуенно звучит канина, блядь. Из канины же бишбармак готовят. Я только не помню, чье это блюдо. Грузинское или... Аспект, аспект убери. Не помню, чье блюдо. Какой страны. Какое? Какое? Бишбармак. Армения. Казахи. Казахи еще. Казахстан, Кыргызстан. Он же из канины готовится или тоже из чего-то другого? Нет. Еще? Не обязательно канин. Не обязательно канин, там. Говядина, баранина. Перты сидят. Ну это, короче, как типа, знаешь, как типа борщ есть. Есть со свининой, есть с говядиной, есть с курицей. Сейчас сижу, жру, бит, без формата. Суманите еще раз, сори, я отходил. Сейчас мы моба объем уже. Сейчас, если шкаф остался, там тыкните, кто сзади стоит на шкаф, на канину. Цыгане, приведите канину. Ну, к бешбармаку из канины это делается, козы. А это что? Это, короче, колбаса. Ага. Это, короче, что-то не на русском. По-русски ливерное называется. Ну, кухня, короче, мира, там они... внутренний жир, короче. Ага. И туда несколько баранина, сама канина и говядина. Три вида мяса добавляют. И колбасу такую делают. Курдюк. Опа, второй моб сагрился. Нихуя себе. Мама, я даю старфол. Ну, просто патрулировал. Бараний, курдюк, вайш, скориандр. Пробовал там такую еду? Не, скориандр, бараний, курдюк. Еще получается. С аджикой хаваешь под пивко, вообще залетает. Ну-ка, а еще такую вещь, ответьте мне, кто помнит? Зира, вот есть зира, да? Да, это, зира, зира есть. Это трава зеленая, в зеленом виде, как она называется? В зеленом, не знаю. Кинза, я может? Знаю, что приправа для плова, я знаю. Ну, вот у кинзы зернышки, кто знает, это зира или кориандр? Нет, не кориандр. Это кориандр. У кинзы кориандр, да? Да. Ага. А у зиры что тогда? Охуеть. Ебать. Барбаризм. Лол. Да, кухня — это интересная тема. Так, ладно, пойдем пускай. А это, короче, блять, это... Карри и, блять, как забыл. Базилик. Не-не-не. А, меня слышно, уважаемый? Да-да. А, Конура, почему ты используешь только вспышку чародейскую и стрелы чародейские? А что мне еще использовать? Ну, блять, ну ты маг. Что там, кнопок нет? Так, да, у меня ротация из двух кнопок. Это Аркан Маг, там две кнопки, там больше нет, ты что? А что ему еще использовать? Я не шарю за магов. Может, как танк, фактически, чуть больше. Да? Он, типа, еще заградительные стрелы есть. А, так у него, смотри, у него ни Т4 нихуя нету. Да. А сколько он должен дамажить в таком шмоте? У него 2 Т4, да, я так вижу? Я ГМХМ давал 2000. Да так, на расслабоне. Кто, это канина говорит? Бабло, блядь, частный, да. Чё? Чё, блядь, я сейчас приду, отпишите. У меня скринов нет, но поверьте на слово, 9000 давал. Пыхтел, блядь, наверное, пиздец, дом чуть не затопил. Короче, это всё интересно, это всё охуенно. Ну, наверное, давайте я расскажу тактику или ещё подождать. Да. Вот, тактика на боссе. Значит, смотрим на босса, бьём босса. Хилы хилят. Диспелят, значит... непосредственно Бурябай, Рарник, помогаете. Бисер с Вюпсинем, этот, Маздиспел, и точно тоже додиспеливаете. Так, потом что? Будут появляться метки над головой, такие зеленые галочки. Их надо выносить будет в край, к стене. Начинайте со звезды кружка и двигайтесь так постепенно от звезды кружка к
противоположной стене разносите. Ну, если вдруг места будет вам мало, лужи там около минуты лежат. Если будет места мало, отведу босса, скажете. Миликом отбегать от босса, когда зеленый круг под боссом. Это первое. Второе. Отворачиваться всему рейду спиной к боссу, когда будет каст глубокая параша. Там какая-то темная, блядь, как называется? Первобытный ужас. Первобытная параша. Вот это ужас, да. Потом хилить это все понятно. Что там отбегать, поворачиваться, выносить метки. Вроде все, блядь. Вроде все. Проверка. Так. На счет три пуляю. Раз, два, три. На максимальном жесте милики, чтобы отбежать вам было меньше времени от босса. Постараюсь все озвучивать. Если кто-то будет не выносить метку, скажите. Метки вынесли. Крест, череп. Даже вешается все. Даже не надо, блядь, думать. А, нахуй, в рейде, ебать. В рейде. Отвернулись. Так, зафирялись 5 человек где-то. Захиливайте их. Там нужно 25 тысяч исцеления. Отбежали. Ну, сейчас ничего, нахуй, сдохнем. Еще раз попробуем. Чтобы страх спал, человек вот метки вынесли. Так, 2 соска лежит. Ну ладно, пускай пока полежит. Хорошенько захилим, прям оверхилим, потому что постоянно отвернулись. Ужас. Вот... Святос, Призан, блядь, в чем проблема у вас? Отворачивайтесь, блядь, спиной к боссу. Захильте, дайте по ним захил 25 тысяч. А то они в фире будут бегать бесконечно. Ну там 10 секунд, в принципе, отбежали. Ямика сдох, блядь. Не спальте эту. А вынесу, обратно не успел выйти. Все, хорошо. Место нормально там, давайте, ебашим. Отвернулись. Ужас. Вот, никто не стоял, вот так бы всегда. Канина сдох. Выносите метки. Отбежали. Так это залупа, нахуй. Давай, Вадикон, резься Ямику. Ямика, Эйю, резнешь, мага. Отбежали, отвернулись. Герка будем давать. Словил. Ямика словил. Блять, спиной вставайте, сука, когда говорят, отвернулись. А что Гера есть? Давайте Геру хули. Хорошенько захиливаем всех. Че, место нормально вам? Вот вправо-лево выносите, нормально. Давай отведу немножко. Так, готовимся, смотрим. Че там метки отвернулись. И сразу и метки отвернулись. Вы умрете нахуй, Святос. А у меня аддон говорит. Захильте Святоса, дайте хилы, но он сдох нахуй. Ебать. Рави стрессы Святоса, пускай хуярит. Чешку надо отрабатывать. Метки вынесли, видите, да? Нормально? В рейде не налили? Ну хорошо. Я нормально. Чё-то вам совсем хуёво, да? Аж подъебало пришли. Отвернулись. Это он сдох. Фир словили, блядь. Отбежали. Пизда, блядь. Отвернуться это супер сложно, наверное, да? Самый простой босс в этом инсте. Испелим эту хуйню миликов. Вот, отлично. Насиливаем. Вьюпси не сдохший лежит. Ладно, блядь, много сдохло людей. Короче, ладно, бьем так пока. Другого находящего поблизости. В центре не разливайте эти метки. Отвернулись. Метки, если что, исчезают. Вот видите, лужи полежали минуту, они исчезают. Ладно, пока побьем так. Отбежали. Ой, блядь. Че там, те, кто лежат, примерно понимание начинает появляться там у вас? Когда отворачиваться, когда что делать, видно все? Короче, сейчас еще одно тело падает, сразу будем ложиться. Да вот, мне кажется, метки. Убьем. Отвернулись. Один хуй, да? Святос, история. Что у вас за проблема? Почему вы ебалом к боссу смотрите? Да я выносил метку. Так, блядь, спиной выносите к боссу. Что за хуйня? Ложимся в лужу, заходим. Пизду, я ебал рот. Заново начинаем бить. Заходите в лужу, стопайте хил. Диспельте. Ну чё, лямбы набили или сколько? Не-не. 10 лямов? Да, да.
пизду, я ебал такую хуйню. Можешь вообще пойти, вот, типа, трайд третьего босса, и если мы его не убиваем, просто вообще, ну, не ходить тогда. Мы два босса на прошлом КД убили, это раз. Мы идем сейчас с этого босса, потом центрального. На собаке, потому так что... Так хоть стимул какой-то будет, а то, блядь, неделя прошла, а она, ваш, блядь, как ваш, умирал, ваш стимул, умирает. Ваш стимул — это чарка, которая там падает. Если вам похуй на это, ну, скажите, я хочу уйти, и все. Мы тогда разойдемся. Так что быстрее покидайте свои тела бренные, блядь, и заходите в инст. Тут бежать одну минуту. Хули вы там разлеглись. Мы уже добежали, уже 15 человек. Все сейчас полегли. Вот когда вы лежали, отдыхали и смотрели, как люди бегают. Ничего сложного нету отвернуться от ебучего босса. Бурябай, свято, вставайте. Че вы там? Где вы там? Или резьте их? Че у вас лагает там? С метками быстрее реагируйте к стене. Метки на вас ДБМ вешает. У кого-то там ДБМ, блять, охуенный, у Люсинтека, то ли у кого. Он вешает на вас череп и крест. Если я можно не газирую... вообще, можно вообще первые две метки, если на РДД и хилов кинуться, за вход их вынести, так ближе будет. Это все охуенно. Но еще можно отворачиваться от каждой хуйни. Ну, стоять спиной к боссу, когда фир он кастует. И тогда 5 человек, 10 человек не будут бегать в фире, блять. Не будут вздыхать в луже. А еще когда бежите в лужу, вы носите эту хуйню, хилы могут еще подхиливать, и можете еще прожибки свои отдавать. Глыбу, блинк там нахуй из лужи, блядь. Портал локи нажать могут. Хуй знает, что там, да хуя чего можно, блядь. Поэтому где там Святос? Беги, тут рыба стоит. Вот. А еще, давайте пейте сопруты. Кто там с какой банкой? Есть у кого-то линкануть аддон какой-то, который линк... Ну, у кого какие банки выпиты? Полрейда без сапрота. Пейте сапрот. А с какими фласками? С БКшными есть кто-то? Так, или с ЛКш? У меня даже без сапрота. Ладно, по одному буду тыкать тогда. Так, бисер сапрот, айновен сапрот, синтек сапрот, вюпсинь сапрот. Могу сказать, кто без сапротов? Скажи. Кризон, Равис, Малицефис, Рарник, Вилаш, История, Серафима, Бурябай, Святос, Вансент. Давайте. Викторка. Пейте, у кого есть. Если нету, выдадим. Куярьте сопротом. Вот, но если не нужен, я не умираю. Главное, спиной поворачивайся. Смотри, и тогда будет заебись. Все, проверка. Поменьше урона. Что говорил? Я говорю, кто вдает? Я дам. Кому надо? Так. Я там покупал 50 штук. Там что-то 5400 у меня ушло или что? В принципе, потом еще подкуплю. Я дончик. Купи реги. Слышишь, что? Ага. Купи реги. Я наделаю. А так дешевле будет? Я просто не знаю, какие там цены сейчас. Ну, так будет лишний прокоть, лишние банки. Ну да, в принципе, у меня, кстати, тоже есть этот, как он называется? Ну, мастер. Смотри, мастер настроен. Только 120 галды плюс-минус. И еще кошмарных немного. Ладно. Надо... Давайте, что выпили. Давайте? Проверка. Синтек, Равист. Равист. Равуст. Ты тут? Равист пишет, он свет вырубили. Да ебаный рот, ах. Че, никого нету там взять? Вот пока уберем его, чтобы... Дикий метку. Волк, круг боли. Дикий волк. Ой, ребята, есть у кого дживса, то у меня 10%. Сейчас я поставлю. Рависта уберу. Дикого волка позову, может пойдет. Где он там? Спасибо за джипс. Дикий волк. Ладно, пока он пати не принимает, АФК, наверное. Так, дашь мне тогда истерию вначале. Ну, хуй знает, это надо. Макрос мне написано, надо руками. Ну, попробую.
А, он говорит, сейчас не может. Ладно, сейчас тогда хуярим 24. На счет 3 буду пулять. Раз, два, три. Так, сейчас я еще 3 лпшки дам и кину тебе истерию. Смотрим внимательно на метки, на всю хуйню. Метки. Отвернулись. Вот так другое дело. И Геру дайте, отбежали. Метки. Опять Випсин дышит, да? Метки. Отвернулись. Вы... Ну, сука, умрёт. Серафим, ну что за проблема? Сдайте по нему захил. Отбежали. Бегает, видишь, нихуя не делает. Вместо того, чтобы бить, бегает. Поэтому упираемся. Испальте Войда. Кто там, ретрики, вы поближе ко мне доставайте, диспелл. Отвернулись. Метки. Ликан вставал, кузы, бисер по нему щиток сразу. Отбежали. По призану щиток. Ликан, вставалка. Нету? Нет. Синтек резы ликана. Метки. Отвернулись. Щиток по ликану, готовьтесь. Вставай. Щиток. Каску лапу пристабал. Метки вышли, ликан вышел. Ликана захил. Отбежали. Место нормально вам там? Где отвезти? Короче, скажем. Пропали уже слева, нормально. Все, ебашим. Метки вышли. Отвернулись. Ну, блядь, Серафим, ну чё за хуйня? Захил дали. Угу. Давайте в этот раз получше. Вот, все шарят. Самый простой босс, блядь. Метки вышли. Отбежали. Отвернулись. Метки вышли. Отвернулись. Отбежали. Метки вышли. Как вы видите, релить этого босса несложно. Всего лишь 3 фразы. Повторяешь по кругу и все. Метки вышли. И последний раз отвернулись. Уебать. Отбежали. Будем надеяться, там какая-то чарка на ДК, которая, блядь, с каждым руническим стакает какую-то хуйню там, блядь. Mm-hmm, есть какая чарка на ДК. О, она про товара чарка. Я ебал, блядь. Что это, блядь, за хуйня? РП Крит. Хороший топор, кстати. Кстати, я там не писал по поводу, как он называется. У меня консул, короче, в ТТГ. Бля, башка охуенная. Я же не добавлял ничего там в правила системы лута. Так, ТТГ-25. ЗГП, ЕП. Это по консулу. Банка охуенная. К
Короче, смотрите, там тыкайте, я сейчас посмотрю, кому отдать эту хуйню. Так, кому она вообще нужна, для, значит, с этого начнем. Топор. Вот выпал топор, палач культа. Кому нужна? Киньте ролл, чтобы я видел, кому надо там. Манифицист есть. Святость тебе надо, нет? Кто там еще у нас? А, у вас есть эта хуйня. Я понял, я тогда возьму себе. Какие проблемы? Так, что там дальше выпало? Латы, выносливость, что это? А топор вот этот, он лучше грани, то есть если святость, к примеру, два фурика возьмет, будет лучше, чем он с одним, где-то во второй грани. А, ты 50 кинул? Хорошо, я тебе закину. У меня ДД не собранный. Так, протоваровская хуйня с мастерством. Ебать, блять, был бы я протоваром, я бы эту шмотку съел просто. Кто у нас там протовар? Малифицист, да? Ну, типа, я один просто, я не буду. За 10 бери, за 10. Просто. Не, оно по консулу без ГП идет, это все. Я малифицисту просто закинул. Дальше что у нас? Кольчуга. И это что? Блять. Блять, там она, блять, сука, с хуевой чаркой, я бы забрал. Энховская, блять. А так на ханта заебись было бы, нонсетом себе взял бы, блять. Ну хуйня. Да, энхи тут. Энхи. Чарка, ебать, просто. Призан тебе надо? Или Акиса? Кому из вас надо? Обоим надо? Так, Призан, Акиса. Акиса, ты 50 нажал, что тебе меньше надо, чем Призану, да? Призану закидываю тогда. Ну, у него больше приоритет. Да я не по приоритету, я смотрю по консулу, просто я вот не знаю... Я, в принципе, обоих вас в хилов спекал. Ладно, давайте, знаете как. Хотите, можете вдвоем поролить ее. Кто выиграет паролу, тот и заберет. Если... Вот давайте, кидайте. Все, тогда Киси закину. Так, а это что у нас? Тысяча здоровья раз 10 секунд. Что за хуйня, блядь? Возьму, короче... Себе потестить, нахуй. Вилаша, тебе надо эту хуйню, нет? Вроде блок щитом, если не ошибаюсь. А, блок щитом, в натуре. Будет хуёво выглядеть, да? Ну, дай рарник. Бля, давай, да, давай рарнику, конечно. Вот нахуй. Ты будешь заходить в каждый рейд, тебе все будут тыкать на эту шапку. Да, скажи, нихуя ты ДКшник, что за хуйня? Я что-то забыл, да, что блок там. Где твой щит? Если было бы какое-нибудь уклонение, блядь. Пиздец, статы, конечно. Ладно, побежали на центрального. Блять, у нас минус один. А есть где-то тело ДДшное какое-то найти? Короче... А он не пришел? Равис не пришел. А, хуй знает. А у него у него уже свет вырубило. Я сейчас гостинку тегну тогда всех. Угу. Там какой-то чел спрашивал про ТТГ. Так, тут патрульный идет, давай его разобьем. Что там, с лиги никто не переходит? И пробовали искать людей в гильдию, еще кого-то? А как их? Че это спамит? Ну да, спамить-то нельзя ничего. Походу надо пугарейды какие-то собирать, чтобы там уже людей себе брать. Ну это тоже да. Отсеивание такое будет. Из 20 человек, наверное, один пойдет. Можно вот сегодня Буребай пришел. У кого твины вот есть, можно второй рейд собрать, например, ЦЛК. Да. Ну попробуем. В принципе. Говно он... загрели. Говно загрели. Говно загрели? Где? А, это я загрел. Ты за просто многие побежали, себе поебали, блядь. С таки назад. Говно, говорит, загрели, блядь. Так, ну этого босса вы видели, да? Бать, мы с ним потели. Ну, большая часть. С первого раза бьем. Не, ну фоточка с ним есть, конечно, но в целом. Бля, ну его нахуй сплюнь, типа, братски, ебать. Короче, я вот думаю, сколько нам хилов сделать. 6? 6 точно, наверное, надо. Так, бисер, випсень. Как мы с вами тогда были? 2 ДЦшника, да? Да, да. А, это получше будет, попрофитнее. Сейчас я спекнусь тогда. Тем более, что ДЦшник там, блядь, однокнопочный, а Холи Прист он посложнее будет. Там выживать за него заебешься.
Кто больше дамажит, Лика либо Призм? Просто у Лики шаман есть тоже. Хил. 4-4. А кто на этом боссе сколько они дали? Элем и Энг. Призм больше, наверное, дал. Наверное, Призм. Ну, у него и левел больше. Даже. Mm. Так. Ну чё, Элемчик, спекнешься в доп хила? Да Элем не бьет нихуя. Я вот, кстати, не знаю, их то нерфили, то апали, тоже непонятно. Но если какие-то чарки захуярить, там, мне кажется, 19 получалось на сурке у типов. 20. Да. Да, у нас был там человечек, брали один раз, блядь, 10-го гер, ебать, 21 жал, ебать, на Элеме. Жестко. Это, чтобы на тебя черви не шли, ты поставил 2 РДД в конец комнаты. 2 РДД в конец комнаты, а кто это будет? Да, эти, блядь, короче, пидорасы идут на самого дальнего игрока. Да. Вот это хуйня лута, ебаные мобы. Да. Тебе же надо одну сторону поставить, а они пойдут на самого дальнего. Да, давайте, кто встанет сзади меня? Какого тебе мага поставить? Не обязательно сзади тебя, могут и кастеры стоять просто, разницы нету. Вот, я и говорю, это... какой кастер станет. Там еще, видишь, от меня будет дамаг идти. Да похуй, ничего страшного, ну... Хотите, вставайте, короче, типа, кто хочет, там, Викторка, Ванцент, Вадикон, по желанию. Типа, если в меня пойдут эти пидоры, то просто, милики, немножко отбежите. Эти 4 пидора луж разольют, я выйду, босс выйдет через какое-то время. Короче, смотрите, как мы с вами били, что на боссе есть. Каждые 20 секунд удар на меня вешается, первый я и выжу, второй на минуте 20, панцирем скидываю. И вот этот удар, когда на меня вешается, вокруг меня 15 метров идет АОЕшка, дамаг темной магии. Вот, потом что? Есть черный пол. С черного пола надо выйти. Есть сферы, которые летят, встают возле игрока. И если в них не будет игрока, то дамаг по всему рейду идет. Весь рейд сдохнет. Вот, нужно эту сферу встать и закрыть. Если на мелизоне, то там нет проблем, как бы. Если черный пол будет, то кто-то под прожимкой там оставайтесь, там, или рарник, или буребай, кто-то, это, чтобы сфера закрытая была. Потому что если с нее выбежать, по всему рейду пойдет дамаг. Дальше что у нас есть? Есть дыхание. Дыхание идет вроде как периодичность, я посмотрел, каждые 30 секунд. То есть вот примерно щиты, чтобы вам раскидывать четко. Ну там разделите также между собой пати. Допустим, бистер 5-ю, 4-ю, випсинь 1-ю, 2-ю, а 3-ю уже кто успел засчитывать. И чтобы вы не щитовали, там не дрочились в дебаф, типа в ослабление души. Ну шаманы там цепуха, ноль тактики. Дальше что, и наверное по мне, и хилиши рейд. Ну и синтек свою ротацию знает. Так, и что там еще? Дыхание. На дыхании вы нажимаете сейвы. Значит, роги нажимают ложный выпад. Вары можно на 3 секунды нажать стойку защитную. Она снижает, получаем урон на 10%. Это хорошая тема. Ретрики. Хотя бы по себе флешку мгновенную тыкаем. Призен, венхи. Цепухи, штучки 2 кастани. Вот эти, да, вот которые кастуются. Маги. Если видите все хуево совсем. Прям это пиздец. Там щит маны не жалейте. Все это по хую порезается. Друиды дубовая кожа. ПКД. Локи защита от темной магии. И киньте койл еще. Или еще похищение души кастуйте. Не дамажьте, а похищение души. Главное, чтобы вы не сдохли. Потому что это очень тяжело хилам. И самый незащищенный у нас хант остается. Ну, ханта, соответственно, хилы потыкайте там мгновенным чем-то. То есть маги, ханты, это вот самые такие незащищенные. Ну и себя, соответственно, не уроните. Вот. В чем особенность босса, блядь? После 50% наступает фаза. Он вызывает всякие щупальца и сферы, блядь. Если возле них стоять и их не убивать, они это дамажат. Ну, щупальца вроде бить нельзя, сферы можно зауешить. Давайте так, если в мелизоне есть щупальца, их милики разъебывают, ауешат. Там этот, как он называется, шквал клинков, там это бури крутите, освещение, всю хуйню прям ауе включайте. Болезни раскидывайте, там давайте запады и ливень огненный можете дать, чтобы эти сферы разъебались, потому что милики сдохнут просто на раз-два. По прожимкам, что у нас? 2 пала. Первый дых. 3 пала. Так, темную магию, темную ауру меняют, короче, рарник. Первое дыхание, второе дыхание буребай, потом отдаешь Айновену. Эндовен 3, и на 4 уже будешь давать. Короче, массакру не даешь, на 4 там уже будет прохиливать. Под конец оставишь свою массакру.
Короче, я буду незыбку давать, когда мы будем на погружение во мрак заходить. Ну, а этот массакру свою оставишь, допустим, когда мы с погружения выйдем, и нас там человек 20 живых будет, угу. Тогда оставишь на этот момент, на свое усмотрение. Угу. Гимны на ХП, значит, вюпсень. Первый гимн будешь давать, когда мы выйдем с погружения во мрак. Когда вот погружение во мрак кончится, и мы выйдем. А бисер, ты свой гимн... Короче, ты свой гимн дашь на усмотрение. И когда дашь его, скажешь, дал гимн на ХП. Okay. Вот. Попробуем так. Ну, понятно. То есть дыхание, оно 3 секунды длится, но огромный дамаг по всему рейду идет. Вот это надо выживать. Ну и все. Геру будем давать где-то на 30 там. В чем особенность будет? Когда после 50% босс будет сверки призывать, на 3, там, на 2 или на 4 людей будет вешаться дебаф. Древнее проклятие называется. Я вас там на прошлой неделе просил поставить Вуду, там всю эту хуйню видеть, чтобы все это видели, понимали. Вот. Вы должны этот дебаф у себя увидеть. Я скажу проклятие, ну, надеюсь, не проебусь. Вы смотрите, что на вас эта параша есть. Вот где знак Орды, там, премиум, вся вот эта хуйня. С этим проклятием надо набрать рейндж. Если вы будете втроем там в мили-зоне стоять, и проклятие, оно через 4 секунды появляется, шарик такой на полу, полупрозрачный, вот. И он, когда в нем стоишь, получаешь от исцеления на 80% меньше. И он еще дамажит. То есть вы будете дамаг получать и от хила нихуя не получать. Там сдохнете быстро. Если тебе тройной шарик, двойной, вы это просто сдохнете. Дайте шкаф с умнем пристан. Подождите, не появляется, у меня игра вылетела. Давай. Дальше, значит, с этих шариков вот они с вас появились, вы вышли. Разносите как? Вот РДД там в сторону, влево-вправо. Вот в ромбик отнесли. Дальше встали в центр, бьете. Еще раз проклятие на вас появилось, отнесли там в треугольник, например. Дальше, ну, немножко оставляйте для прохода центр. Вот, не засирайте комнату. Ну и в принципе, когда эти шарики уже появляются на полу, ваша тактика такая. Вы встаете, вот допустим, вот тут в ромбике шарик. Вы встаете, вот на себя метку поставили, звездочку. Вы встаете недалеко от этого шарика. Когда на боссе будет каст погружения во мрак, он идет 5 секунд. Сука, у кого там нахуй идет? Это нахуй, как оно называется? Стафилокок, это у тебя выключи. В дискорде эту, как она называется, блядь. Активация. По рации. Да не сам микрофон. Вот режим рации. Стафилокок, ты тактику шаришь плюс-минус? У нас Бурибай не шарит, как ауру поменять. Объясни его, пожалуйста. Бурибай, блядь, включи ауру коня нахуй и все, блядь. Заебись будет. Ну, вообще, включи третью ауру, будь тогда с третьей. Рарник с Айновеном просто первое, второе дыхание, и там дальше по КД. Третью кастерскую поставь, Бурюба, и с ней стой. Стафилокок, что ты там шаришь? Нет, напиши в рейд-чат. Вот эту хуйню ТТГ. Так, проходил, но помню только на 3. Короче, посмотришь сейчас, вспомнишь это самое. Вот, все, что нужно понимать. Значит, погружение во мрак — это ваншот. Глыба, бабл не спасает. Ваша тактика. Стоит вот эта параша, бублик в ромбике. Я такой стою, смотрю на боссе. Погружение в мрак. Ага, блядь. Смотрю, каст идет, половина прошла. Зашел такой. Каст прошел, и по земле такая волна тени пронеслась. И, ну, грубо говоря, закончился каст. Секунду еще ждешь, и вот так вот выходишь. Смотришь вокруг. Ага, блядь, все сдохли. Что за хуйня, нахуй? И пиздец. Вот, но у нас будет как? Мы все зайдем, выйдем и будем отхиливаться и бить. Тогда убьем. То давайте попробуем, посмотрим, как вы играете. Ямик. На счет 3 пуляю. 1, 2, 3. Блять, таймер забыл включить. Сука. А, похуй. Ебаная залупа, блять, таймер не включил нахуй. Вот дыхание. Перекрой, перекрой.
Сейчас пока посмотрим, БРы не будем давать. Посмотрим на проклятие. Ну там мобы идут по одному, хлопай их, разливай. Чап, иди дальше. На шипешника шли, да? Там машина так, вот пошла фаза, значит, скоро будут эти проклятия, вот право-лево их вынесите. Только не в лужи. Это что, кстати, в Мелизоне на лужу? Сфера играем, нет? Нет, я постараюсь отвести босса. Вот смотрите, проклятие, выйдите с них, с бубликов, чтобы вас хилить могли. Недалеко от них стоим, сразу позиционочку свою делаем. Скоро еще эти, вот дыхание вот это захиливаем, помогаем прям хилам. Глыбы нажимайте, маги, не стремайтесь. На следующий хотя бы у кого есть. Ебашим. Давайте Геру, кстати говоря, забыли, давайте Геру пробуем. Проклятие, сейчас с вас бублики выльются через 2 секунды, через секунду. Вот с них вышли, теперь готовимся. Так, черная хуйня, вышли с черной хуйни. Погружение во мрак. Ну дал не зыбку, заходите в бублики. Так, теперь выходим с бубликов. Дыхание захиливаем. Ну вот смотрите, сколько у нас осталось. В принципе, там полная вакханалия была. Ну, в принципе, понятно. Ну, что там? Плохо, я скажу. 6 лямов. Уже засранная комната. Просто заходите в бублик, умирайте. Неплохо. На меня сфера тьмы убила, это сфера тьмы. С дебафами, смотрите. Сфера тьмы, да, она прям дохуища бьет. Мне вот еще. Если бы у вас еще у всех вуду стояло, вы бы, блядь, смотрели хотя бы, что. Вот где там по 2, по 3 вместе разливается, это пиздец, конечно. Не, ну большая часть живая была. Стафилокок, как сдох? На него мы бы шли, да? Да. Вот, стафилокок, значит, стой где-то в центре, чтобы тебе не париться с этими мобами. Дебафы, когда будут вешаться, после 50% там босса, уже где-то будут вешаться дебафы. Вот эти, которые, когда он 4 секунды на игроке провисит, появляется вот эта параша, крутящаяся на полу. Поебень вот это, блядь. Призан как сдох-то в начале. Темная хуйня, поди. Пол взрывающийся тут убил. А есть джифс у кого-то? Да только что ставили, вон 2 джифса стояло. Так, жрите рыбу. Все то же самое, только еще покруче. Чтоб прист-шаман не сдохли. И сейчас уже на вот этой вакханалии, когда бублики эти появляются. Вам самое главное, вот то, что я вам говорю, это не значит, что это всегда так будет. Что вам всегда... Смотрите, пожалуйста. Кстати, шкаф. Починиться и полетел. Это не значит, что всегда вам все будет разжевываться и ложиться в рот. Начинайте смотреть сами на свои ебучие дебафы, блять. Потому что, ну, если у кого-то нету фреймов рейда, советую вам поставить вуду. Ну, в дальнейшем, наверное, даже это будет обязательно. Поставьте вуду. Есть название дебафов всех, которые есть на этих боссах. Есть видео на ютубе, как мы это проходим. Есть видео убийств. Вот, допустим, в вечерней гильдии за 20 минут 3 босса этих убиты. Если кому интересно, не бичами быть, нихуя не понимать, а заходить в рейд и уже знать, чего вас там ждет. Поэтому ставьте вуду. На этом КД еще прошу. На следующем, короче, будете скрины скидывать интерфейсы своего. Что вы там в рейде видите? Дебафы обязательно. Есть какие-то Tell Me When, там, не знаю, Викауры, если какие-то есть. Ну это, блядь, пиздец, там 300 IQ, наверное, надо, чтобы их настраивать. Вот если такая хуйня есть, можете этой хуйней пользоваться. Надо, чтобы вы понимали, когда на вас дебаф. Потому что там 4 человека, я физически за 4 секунды не смогу вам это протараторить. Вот, я в принципе могу начать говорить, но пока я это буду говорить, блядь, вам еще надо сообразить, блядь, что это вас зовут. Тем более, как ники читаю хуёво. Ладно, чек на пул. Пробуем еще. На дыхание вы уже знаете, что делать. Живем хорошо, вроде нормально. Так, на счет 3 буду пулять. 1, 2, 3.
Так, скоро дыхание будет, готовимся. Через пару секунд готовимся. Сейвы свои готовим, нажимаем сейвы. И конина сдох, блядь. Че, с черной лужи не вышли, да? Четверо сдох. Давайте. Три мага, у которых глыба, блядь. Вы это... Да там, скорее всего, или сфера, или что-то было, блядь, или черный пол вот этот. Пошли на выход все. И бегите на выход, я ебал эту хуйню. Не будем БР тратить на это. Одна из С1 там сдох, четыре тела уже. Пизда. Не хильте. Вырывающаяся тьма, это что такое? Это пол черный. На полу черная такая темнота. И вот, и она через пару секунд, когда исчезает, взрывается. Происходит взрыв на 25 тысяч урона от тьмы. Все, заходим обратно. Покидайте тело. Ну, от нее как засейвиться? Только личным сейвом? Выбежать из нее. А если я в ней не стоял? А подожди, какая эти, блядь, их там две. Одна вообще на весь пол, а вторая потом круг, ну, с этим. Другая кастерская. Кастерская идет со спины, личная идет от босса, все. Ладно, давайте. Вот там, это. Допустим, вот он реальный кружок. Посмотрите, как сейвится. Если кто-то не понимает, постойте рядом с ним, там, похуй, не по ДПСте. Посмотрите на черный пол, который появляется. Сначала он появляется либо в центре, и нужно выбегать. Потом, когда, если он в центре, ну, под боссом имеется в виду кружок. Если он появится под боссом, то следующее появится в круге от 15 до 30 метров рейндж от босса, такое кольцо. Потом, когда взорвется, появится от 30 и дальше кольцо, там до 50 или до 40. И потом еще дальше появится. И либо начинается сначала далеко появляется, весь рейд пол чистый, потом близко появляется, а дальше 30. Потом между 30 и 15 метрами кольцо появляется, а потом в конце появляется кольцо вокруг босса 15 метров. Жрите рыбу там, бафы спали. Черный пол, да, 25 тысяч дамажит. Там можно остаться только под прожимкой, в глыбе в какой-то, глыба защищает от черного пола. Если, только в том случае, если вы стоите и закрываете сферу. Потому что если вы выбежите из сферы, в сфере никого не будет, весь рейд получит большой урон, мы сдохнем. Сферы увидели все, да, которые такие черные летают? Вот, смотрите. Если не увидели, то посмотрите, лучше лишний трай. Маги, прожимайте лучше магический доспех вместо щитов своих. Да, кстати, да, магический доспех. В дополнение к сопроту. Похуй на этот крит. А. Да, лучше выжить, все сделать и добить нормально. Ямика. На счет три. Раз, два, три. Так, скоро дыхание будет готово. Вот видите, черный пол такой, да? Это для милишек. Вот. Дыхание. Цепухи даем. Конина сдох, нахуй. А вот когда весь полный чёрт? Да все, пиздец, вайп, нахуй, покидаем тело. Этот самый... Конина, полежи пока, короче, почили. Пока БР не буду давать. Дыхание. Угу, вроде выжили нормально. Так, скоро будет фаза, пару процентов там осталось. Мелизону субстанция пошла. Ага, вижу. Немножко отведу, милики, немножко отходим, сейчас босса отведу. Немножко в лужи только не бейте, смотрите. Так. Это, зауешьте все, дайте фулл АУЕ под босса. Проклятие 3 секунды разольется, смотрите. Рейндж наберите между собой. Секунда проклятия, вот выбежали с бубликов. И недалеко от них стойте, чтобы... Так, давай поведу босса здесь через... Бублики вообще максимально хуево разлиты. Проебали одного нахуй.
Бублики, смотрите. 3 секунды разольются. Рейндж наберите, все выбегите. Потому что в Белизоне 5 бубликов будет. Вот, вышли с них. Готовимся, бьем босса. Босс прям в бублике стоит. Погружение. Зашли в бублик, дал незыбку. Прошла эта хуйня. Вышли с бублика. Випсень на хп. На хп. Висер тоже на хп. Все читаем на хп. И выходим со сфер. Отвожу немножко босса. Под боссом сфер разъебаем. Да, вот раскидывайте их. Ну пробуем, я не знаю, что там, 7 лямов, дохуя сильно мертвого, дохуя прям. Ну пробуем, хуярим. Проклятие, вышли с них, с бубликов. Видите, РДД, я вам говорил право-лево, нахуй. Вот пока у вас понимания нету, нахуй, вы будете вот так решетку засирать и будете, вам нихуя, ну места нету, дохуя. У меня еще холипан сдох. Короче, все ясно, нахуй, только вот здесь надо больше живых людей. Вот. Мы добиваем сейчас 4 ляма. Ну пробуем, в принципе. Не знаю, сейвы свои отдавать, какие есть. Дыхание. ШВ там нажимайте, не стремайтесь. Все хилы сдохли уже, нахуй. Ну, вот как... все понятно, в принципе. Я думаю, следующего трави упадет. Если сейчас не добьем. Погоди, бейте, 2 мульта осталось. Ну, а пока что бейте, попробуем. 1.5. Прям хилов нету, смотри, один акиса только. Давайте лям. Сейчас еще войско дам. Блять. Я в прошлый раз также добивал в одного, да? 400. Да. Да не, не. Притом, давай. Погружение. Ну там не отхилишься. Блять, да, там уже никак нахуй. Ну, вот. В принципе, вам все понятно стало, я думаю, с этой хуйни, да? Основной момент, в чем ваш косяк, в том, что вы не понимаете, что на вас повешался дебаф. Вы не видите или не хотите видеть. Еще раз объясню. Вы хотя бы 2-3 выноса вот этих бубликов сделайте так, чтобы они были слева-справа, блядь. А не так, как вы на решетку налили. На решетку, сука, не лейте бублики. Милики, не лейте бублики в центре. Все, что надо понимать, блядь. Сейчас вот лежало человек 5, мы бы уже давно этого босса разъебали. Вот сейчас лежало человек 5-7, которые ключевые были. Хуево вам бегать там. Вам нужно... В бубликах нельзя стоять. Почему? Потому что отхил снижен на 80%. И они дамажат, блядь. Двойные бублики, двойной дамаг, блядь. Это же понятно, наверное, да? Все, ничего сложного. Сейчас этот босс ляжет. Просто отыграйте еще лучше. Чего? Это, уходить надо, сори. Канина, да? Ну давай, все равно лежал. Давай, спасибо. Давайте, удачи. Давай, спасибо. Спасибо. Так, ну одного босса он убил, так что... Че там, блять, по 300 я давал? Канина. А почему канина? Он же конура. Похуй, будет канина. Потому что теперь он канина. Скидываемся на ренейм, пацаны. Кстати, я там за магика давал? А, ну да, давал. Ой, жрите рыбу. Блять, есть там какое тело еще добрать ДДшника? Приз тебе как, нормально? Стафилокок, который все начал шарить. Че, заебись. Так, давай приста куда-нибудь сюда. Это же ШПшник, да? Перекинь, чтоб хилил нам. Пати. Как раз. Так, тут релогается. Че, нигде тела нету никакого добрать? Только сука. Голый пал. Да нахуй нам этот пал голый. Голый пал вообще не хватало. Ну, как я сейчас умер вообще. Я вышел из этого купола. Еще раз. Сбежал. Еще раз смотри. Вот на погружение в мрак, если ты зашел, вот ты такой бублик зашел, да, и там погружение такое. Вот от босса идет такая черная волна черной энергии, блядь. И вот именно она шотает. И вот тебе нужно не подождать. Ее не было, ничего не было такого вообще. То есть я просто вышел из этого купола, рядышком стоял, и меня бах, и все, я упал. А, ну у тебя есть рекаунт? Не щупаль, да, есть. Ну вот открывай смерти, открыл. Нашел себя. Угу. Тыкай. Читай, что там. Ну или линка не в рейд. Знаешь, как линковать? Не. Там такой значок есть. И галочку поставить рейду. Руку. Угу. Можешь там сам прочитать. Обрекается. Можешь сам прочитать, можешь линкануть в рейд, чтобы мы прочитали.
Ну так что там? Она чек на пол. Викторка, похавай. На милики все отслеживайте, блядь. Вот эту решетку не засирайте мне ебучими бубликами, блядь. Сделайте их к стенам, блядь, право-лево. Вам проще будет самим тут двигаться, блядь. А то мы стоим нахуй. О, ебать, куда деваться-то? Босса обходить, блядь, через всю комнату, блядь. Пока вы будете обходить, там, подбегать, отбегать, блядь, мы уже вайпнемся. Бисер готов, нет? Да. Так, все, на счет три будем пулять. Раз, два, три. Так, скоро дыхание, да посмотрите, готовьтесь. Вот, прохиливаемся. Выходите из комнаты. Заявим. Пристань от Сапрота, а почему? А почему Хант умирает с Сапротом, непонятно. Ну там, наверное, сверка дамажила или полку, не знаю, что-то. Ну, просите это... сейф. А не сверка, я на приста засмотрелся, прист, блядь, сдох от лужи, ебать, и сам сдох. И я, блядь, ближнюю проебал, ебать, шаг не отошел, блядь, и ёбнулся сам, блядь. Два БРКД, просто сейчас смысла нет. Да не, я не понял, это зачем Вадик упал на меня, это, ТБР, вот этот, под конец, ебать, я, когда мы 300 хп оставалось, 300 к. Вообще не понял. Может, думал, добьют. Да ебать, куда я там один, блядь. Могли бы, в принципе, блядь. Ничего сейчас. Там паладина она была. С баблом бы добил бы. Давайте, никакого сложного нету. Давай, обмен войду. Стафилокок. Да, они там у нас.